Если ты знаешь, что такое зоопарк, поставь лайк за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Уплей, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поиграем в нашу новую игрушку под названием Idle Funny Zoo. В этой игре мы будем с вами создавать свой собственный зоопарк из букв из алфавита лора. Здесь у меня есть несколько вольерчиков, в которые я уже заранее купил буквы. Вот в этом вольере у нас буква F и буква C. Во втором вольере у нас буква Е, буква С, и вот у нас тут есть еще третий вольер, где я прикупил уже букву, цифру 1 и цифру 4. Здесь у меня также есть уже два работника, которые кормят моих, мои эти вот буквы и цифры лора, а также есть у нас один, по-моему, работник, который выносит какахи. Здесь нам нужно кормить буквы, здесь нам нужно убирать за этими буквами, и после того, когда тут у нас будет чистенько и буквы наши будут накормлены, будут приходить люди в наш зоопарк, смотреть на эти буквы и, соответственно, платить деньги. Потом эти деньги мы с вами будем на кассе собирать, и можно либо покупать новые буквы, либо открывать новые вольерчики, либо, к примеру, нанимать новых работников. Здесь вот в правой стороне у нас есть возможность нанимать новых работников. Они, к сожалению, пока что довольно-таки дорогие. Нам нужно чуть-чуточку подождать. После того, когда у меня будет где-то 1005, я пойду и куплю еще нескольких работников. А пока что за эти деньги, которые есть, можно нам открыть еще несколько новых зоопарков, еще несколько новых букв прикупить. Итак, за $300 мы с вами открываем еще одну букву, и это у нас буква К. Видите, вот в первом вольерчике у нас теперь уже буква С, К и F. Нам, конечно, нужно вот эти вот какахи все убрать, потому что зрители недовольны. Если есть какахи на каком-нибудь вольере, то зрители не смотрят на моих животных и, соответственно, деньги мне не платят. Буквы из алфавита лора у нас едят стейки. Мы с вами можем брать 2 стейка и кормить, соответственно, их. Ну и, конечно же, по 2 какашки мы с вами тоже можем выносить и чистить эти вольеры. Ну а цифры из алфавита лора у нас едят курочек, поэтому нам нужно ловить курей. И вот сюда вот их закидывать для того, чтобы они их кушали и, соответственно, на них люди тоже смотрели. У нас есть возможность за $980, наверное, еще какую-то новую циферку приобрести. Итак, платим эти деньги. И у нас появляется буква 9, скорее всего. Это либо 9, либо буква П. Ну, наверное, 9, так как тут у нас цифры, поэтому, скорее всего, что это цифра 9. У нас есть 1, 4 и 9 цифры лора, а также есть у нас уже несколько букв из алфавита лора. Давайте, ребят, наверное, сейчас пойдем мы с вами еще немножко денег заберем и все-таки прикупим еще какого-нибудь одного или двоих помощников, для того, чтобы они помогали мне кормить и убирать за этими буквами. О, кстати, у нас тут воришка нарисовался, он украл нашу букву Е. Нам сейчас нужно быстро до него добежать и отметелить его, потому что он, ребят, мог бы ее забрать. А так как мы с вами накостеляли этому парнишке, у нас буква Е обратно в наш вольерчик вот здесь вот поместилась. Ладно, погнали, попробуем прикупить еще одного какого-то помощника. Так, давайте мы с вами попробуем еще за $1000 прикупить одного уборщика. Теперь у нас будет 2 уборщика, которые будут выносить вот эти вот какахи для того, чтобы вольерчики у нас были чистые. Еще нам нужно $1000 для того, чтобы нанять еще одного помощника, который бы кормил наши цифры и буквы лора. Тут периодически, видите, всплывает реклама, поэтому я ее буду, конечно же, обрезать. Так, давайте за $1000 мы с вами выкупаем еще одного повара. Видите, вот у нас тут есть уже 2 повара, которые будут ходить, собирать мясо и кормить наши буквы и цифры лора. Есть у нас 2 уборщика, есть у нас 2 повара. Но мы с вами можем просто-напросто ходить, собирать деньги периодически. Конечно, можно им помогать, а также за эти деньги мы с вами можем выкупать себе новые цифры или буквы. У нас есть возможность за $600 еще какую-то новую буковку прикупить. Итак, что это будет за буква? Платим $600 и это буква X. Ребят, смотрите, у нас есть уже в этом вольерчике буква X, S и E. 3 буквы в этом вольере, 3 буквы в левом вольере и 3 цифры у нас есть вот тут вот вверху. Так, мы будем с вами сейчас собирать $500, нам нужно мясо прокачать. Мы с вами пока что можем сырых кур добывать, а нам, скорее всего, что нужно сейчас заплатить $500 для того, чтобы вот это вот мясо, вот эти вот куры у нас были уже жареные. Давайте сейчас пойдем вот сюда вот вверх и посмотрим, сколько тут у нас есть денег.
Итак, $785 мы с вами имеем, это хорошо, давайте тогда опускаемся сюда вниз и как раз таки вот этих вот кур попробуем немножко поджарить. Платим $500 и сейчас что у нас появляется? А, и сейчас вот эти вот куры, ребятки, у нас будут жареные. А, вот оно что, друзья, нет, мы с вами сейчас вот этими вот курами, которые будут жареные, сможем кормить новые буквы или цифры лора. У нас открывается новых два вольера, один стоит $1000, один стоит $1200, нам нужно заплатить эти деньги. Эти вольеры, соответственно, откроются, и мы с вами можем поместить туда новые цифры или буквы лора. Ну а сперва нам нужно быстренько-быстренько вот этого воришку еще поймать, который своровал наши деньги. Собираем все эти деньги, давайте посмотрим, сколько тут у нас еще денежек накопилось. У нас есть уже $945, практически $1000 у нас уже имеется. Еще буквально несколько долларов, и мы с вами сможем прикупить себе новый вольерчик. Давайте тогда поможем нашим уборщикам собрать какашки и поможем накормить наши буквы и цифры. Денег уже чуть-чуточку тут, я вижу, нападало. Итак, мы их с вами собираем. $1100 у нас есть. Давайте тогда пойдем и попробуем как раз-таки вот этот вот самый-самый последний нижний вольерчик открыть. Итак, платим деньги. Вот у нас открывается наш вольерчик. Тут за $650 мы с вами сможем открыть новую цифру или букву лора. Еще тут у нас появилась машина. Наверное, она сейчас будет нам привозить или приносить какие-то продукты. Ну, у нас пока что $4000 нету, потому что как раз-таки нужно $4000, чтобы эту машину прокачать. Поэтому мы с вами постараемся накопить немножечко денег для того, чтобы все-таки открыть новую цифру или букву. И сейчас мы с вами посмотрим, что же это у нас будет. За $650 мы с вами можем прикупить себе. И прикупили букву М. Вот у нас опять же новая цифра М. Ее мы с вами можем покормить только жареными курочками. Видите, сырые она не ест. Поэтому нам с вами нужно сейчас поймать две курочки, забросить, наверное, вот в эту фритюрницу. И после того, когда они пожарятся, эти курочки, мы с вами можем их собрать и отнести для того, чтобы покормить букву М. Ну и вот, смотрите, мы с вами забросили их в вот это вот, ну, даже не знаю, наверное, правильно назвать, корыца. И наша буковка М их кушает. Она, конечно же, тоже у нас гадит, какает, поэтому мы с вами должны и выносить какашки. Ну что вы хотели, ребятки? Это зоопарк. В зоопарке мы с вами должны кормить, ну, в данном нашем зоопарке мы с вами должны кормить цифры и буквы лора, а также в данном нашем зоопарке мы с вами должны убирать за этими цифрами, чтобы здесь было все красивенько. Нам, к сожалению или к счастью, нужно за ними смотреть. За те деньги, которые мы с вами зарабатываем, можно нам улучшать наши вольерчики, покупать новые буквы, а также мы здесь с вами можем нанимать себе новых работников, которые будут помогать нам заботиться о данных, ну, будем называть их цифрах и буквах животных. Ну что же, ребятки, пока что на этом все. Если вам понравилась данная игрушка, поставьте, пожалуйста, лайк, а также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Allplay, всем удачки, всем пока!